Любым способом я должна отправить Зубайду из города. Она пытается приблизиться к нашей семье. Она требует своего ребенка. Говорят же, человек без дела на все способен. Однажды она свела с одним парнем и забеременела от него. Вот так. А Фруза как преграда между нами. Еще посмотришь. Я сама тебя уничтожу. Сколько лет я потратил на эту кампанию? В одно время я был тем, у которого не было ни гроша в кармане. Если выяснится, что вы убили Али, мы станем с вами очень серьезными соперниками. Те трое, которые пришли к тебе, ходят как будто в масках на лице. Или они на кого-то работают, или сами хотят заработать. Семья, о которой вы говорите, разрушилась 23 года тому назад. Понятно? Значит, ты хочешь отомстить нашей семье, да? Как он может быть жив? Я же видела его труп в доме. Мы с ним попрощались на похоронах. И моя покойная мама была рядом со мной. Но твоя мама не сказала тебе правду. Какую правду? Может быть, она поступила так, думая о тебе. Например, моя мама сказала мне правду только перед своей смертью. А Фруза, на что ты намекаешь? Говори яснее. Человек, которого ты считаешь своим отцом, второй муж твоей мамы. А твой родной отец совсем другой. Что? Слушай, ты... Откуда ты это все знаешь? Этого не может быть. Я это случайно узнала. Я тебе не верю. Меня мама никогда не обманывала. Она тебя не обманывала. Она просто скрыла свое прошлое и все. Она боялась, что ты узнаешь всю правду, оберегала тебя. Слушай меня. Что ты еще знаешь? Говори, кто этот человек? Я не могу это сказать. Не спрашивай у меня. Почему это ты так поступаешь? Раз начала, то говори до конца. Кто этот человек? Как моя мать могла выйти замуж второй раз? Спроси обо всем у человека, который хорошо знает твою мать. У кого? У Заринапы. Здравствуйте, девочки. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Я не помешал. Значит, погулять вышли? Да, да. Мы вышли прогуляться на свежем воздухе. А как себя чувствует Бехрузаке? Слышал, он вышел с больницы. Спасибо, с ним все в порядке. Если хотите, приходите к нам в гости сегодня. Вы ведь самый близкий партнер хозяина. Девочки, а может пойдем куда-нибудь покушать? Поймите меня правильно, я имею в виду как отец с дочерьми. Мы согласны. Нам нужно идти. Счастливо оставаться. Она точно как Нурия. Те же глаза. Те же черты. Добро пожаловать, Мустафа. Я пришел к вам с бизнес-предложением. Слушаю вас.
А, как мне сказать? Сейчас компания немного в критическом положении, поэтому... Ха, я не могу вам помочь. Потому что у меня есть тоже свои проекты. Гостиничный бизнес тоже не такой, как раньше. У нас снизились доходы. Я был бы рад вашей помощи. Мустафо, я надеюсь, вы правильно поймете меня. Я понимаю вас, но все-таки было бы неплохо, если мы, как будущие сваты, будем поддерживать друг друга в бизнесе. Не понял. Какие сваты? Хм. Почему вы удивляетесь? Оказывается, у моего единственного сына Джасура и вашей дочери Ясмины очень теплые отношения. По-моему, наши дети решили пожениться. Я знал, что они дружат. Но об их намерении не знал. Честно говорю. Я не знал об этом. Вот теперь знаете. У вас дочь. Она, наверное, постеснялась сказать. А у нас сын, он не скрывает от нас ничего. Он разговаривает со мной как с другом. Как с другом, говорите? Почему вы задумались? Надеюсь, вы не будете против выбора вашей дочери. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы и жили по-своему. Обеим своим сыновьям я не ставил никаких условий при женитьбе. С дочерьми у меня так же. Значит, соглашение у нас будет еще крепче. Да. Ого, кого я вижу? Говорят, мир тесен. Вот, встретились мы с тобой наконец. Почему ты до сих пор здесь работаешь? Я что тебе говорила в последнюю встречу? Почему ты до сих пор не ушла? Почему я должна уйти? Осью, не шути со мной. Не то. Что ты сделаешь? Побьешь, убьешь меня. Что сделаешь? Знай, я не люблю тех, кто встает на моем пути. Почему ты до сих пор ходишь, как курица, ищущая корм? Прикуси язык. Я такая, как есть. Или ты уберешься отсюда, или я сама тебя уничтожу. Пожалуйста. Ну-ка, хватит сил у тебя. Ты не давай волю своему языку. А то так получишь, что сладко не покажется. Своими угрозами ты не запугаешь меня, понятно? Если понадобится, я в открытую буду с тобою воевать. Ты вообще в своем уме? Не наглей, Осью, не то я. Что не то? Я раскрою все твои тайны. Я расскажу, что ты обманываешь Умара. Не смей на меня поднимать руку. Что тут происходит? Не видите? Крысы заявились. Слушай, если ты еще раз будешь оскорблять меня, я все волосы тебе вырву. Поняла? Все, прекратите. Это вам не караван-сарай. Я ухожу, но мы с тобой еще встретимся. Дура. Что, вы до такой степени ненавидите друг друга? Да, презираем. А вы-то кто такой? Я будущий директор этой компании.
Подожди. Тот человек какой-то странный. Почему он подошел к нам? Я не знаю. Или он знает тебя? Да. Откуда? Я видела его вместе с Зариной. Ты опять что-то скрываешь от меня, да? Мне больше нечего скрывать. Докажи те слова, которые ты говорила о моем отце. Докажи. Сарваракя, ассалам алейкум. Как вы провели день? А что тут происходит? А что вы здесь делаете? Мы просто прогулялись. В последнее время вы обе много сплетничаете. Да нет, почему вы так говорите? Мы просто так разговаривали. Мне нужно делать свои дела. Как добрались? Не устали? Спасибо. Неужели она дочь нашего врага? Что теперь будет? Почему вы так смотрите? Да, просто так. Идемте, переоденьтесь, будем вместе ужинать. Значит, эта девушка знакомая Умара? Они вдвоем поделили деньги. Алло. Алло. Игитали? Я проследил за Осио. Они с Умаром вышли из ресторана. Кто такой Умар? Младший сын Бехруза. А, понятно. Ладно, продолжай следить. Хорошо. Захро, почему ты без настроения? В моей душе темно. А, все в порядке? Приехала Зубайда. Хочет забрать ребенка. Опять эта проблема? Мы же тогда рассчитались с ней. Оказывается, осталась одна. Теперь оставшуюся жизнь хочет жить с дочерью. Скажи своей племяннице, ребенок — это не вещь, чтобы когда хочешь оставлять, когда хочешь забирать. Я тоже ей это объясняю. Но она упрямая, стоит на своем. Я боюсь, что она все расскажет Ясмине. Если правда раскроется, нашей дочери будет тяжело. Она отдалится от нас, думая, что всю жизнь мы ее обманем. Дорогой, не пугайте меня. Я и так не знаю, как успокоиться от паники. Дай денег своей племяннице. Дай сколько попросит. Тогда она заткнется. А если не согласится? Когда ты собираешься с ней встретиться? Завтра. При встрече все реши.
если она не согласится. Захро, Ясмина ведь наша дочь. Да. У нас с тобой есть четверо детей. Мы никогда не откажемся от них, понятно? Ты много, не переживай. Да, но сердце неспокойно. Лишь бы все кончилось хорошо. Да. Ну что, какие новости, Мустафо? Можешь начать готовиться. К чему готовиться? Мы женим Джасура. Не поняла. На ком? На дочери Бехруза, Ясмине. Это ваш продуманный план? Да. Под этим планом кроется большая выгода. Почему ты удивляешься? Это неплохой план. Правда, но... Согласится ли Джасур? У него нет другого выхода. А если он будет упрямиться? Он не будет так делать. Алло. Как ты? Спасибо, хорошо. Как вы сами? Нормально. Я по тебе соскучился. Где вы сейчас? Стою у твоего дома. Зачем вы пришли? Посмотри-ка в окно. Вы в своем уме? Что подумают, если кто-нибудь увидит? Ну, посмотри же. Я ведь издалека приехал. Подождите, сейчас. Эй, смотрите, чтобы вас не увидели. Уходите. Пусть видят. Пусть все знают, что я люблю тебя. Вы не боитесь никого, да? Твоя любовь сделала меня храбрым. Афруза? Да. Ты всю жизнь будешь рядом со мной. Я никуда тебя не отпущу. Ладно, а теперь уже уходите. Вдруг кто-нибудь увидит. Ладно, я уйду. Но обещай, что мы завтра встретимся. Я ведь не смогу жить, не видя тебя. Обманщик. Это не обман. Но пока ты не пообещаешь, я никуда не уйду. Ладно, уходите уже. Завтра увидимся. Спокойной ночи, любимая. Вам тоже. Как ты, дочка? Ты еще не легла спать? Нет, папа. Я хотел поговорить с тобой. О чем? Вы решили пожениться с Джасуром? Почему ты не сказала нам об этом? Ты постеснялась? Ты и так какая-то необычная, к тому же капризная. Да, можно было сказать. Знаете, я... Откуда вы это услышали, папа? Сегодня отец Джасура приходил ко мне. Говорит, что мы станем сватами.
Правда? Да. Что случилось? Почему ты удивлена? Джасур пришлет своих сватов. Или мне просто так отдать тебя? Да нет, папа. Ну что вы говорите? Я только у тебя самой хочу спросить. Если ты сама согласна, я тоже отвечу им соглашением. Главное, чтоб ты была счастлива. Самое главное для меня это. Спасибо, папа. Ладно, приятных тебе снов. Свадьба. Открой дверь. Есть кто дома? Дочка, не торопись. Да? Отойди. Открой. Тихо. Все в порядке? Я знаю, что ты дома. Почему, мама? Откройте. Тихо, ничего не говори. Слышите? Эй, открой дверь. Я знаю, что ты дома. Открой дверь, говорю. Эй, слышишь? Мама. Открой, говорю. Что мы будем делать? Зайди в комнату. Открой, я тебе сказал. Я еще вернусь. Я это так не оставлю. Не оставлю, слышишь? Наконец у нас с Джасуром будет свадьба. Вот так. Мардон, отец Юлдус. Неужели Афруза говорит правду? Нет, не может быть. Юлдус, ты женщина-ангел. Ты ни в какую не можешь быть дочерью Мардона. Я не верю в это. Не верю. Как ты, Имрон? Как твои дела? Спасибо, хорошо. Ты Егиталии не видел? Нет. Где ты был вчера? А, шеф дал ему задание. С тех пор я его не видел. Да, какое задание? Да, откуда мне знать? Все-таки ты ближе к шефу, чем я. Наверное, знаешь про его задание? Я не в курсе. Ты чувствуешь, что в последнее время Егиталии больше ходит с шефом? Имрон, мне кажется, твое время уже прошло. Что ты хочешь сказать? Какое время? Не сердись, но Егиталии превзошел тебя. Ладно, я зайду, хорошо? Что он вообще говорит?
Только я должен быть близким человеком хозяина. Только я! Джасор встал? Сейчас он выйдет. Интересно, что же он скажет, когда услышит новость? Что он может сказать? Конечно, захочет жениться. Посмотрим. Ассаламу алейкум. Проходи, сынок. Присаживайся. Идем, сынок. Алейкум ассалам. Идем, бери. Все в порядке, мама? Почему вы так смотрите на меня? Наконец-то наступают дни, когда у меня будет невестка. Какая невестка? Не скрывай от нас, мы все знаем. Теперь начнем свадьбу. Папа, честно говоря, я хотел вам сказать. Хоть ты и не сказал, вот, твой отец сам пошел и уже поговорил с ними. Не понял. Я поговорил с Бехрузом. Скоро мы станем сватами. Даст Бог. С Бехрузаке? Да. Почему ты удивляешься? Это почему? Как почему? Мы сыграем свадьбу с твоей Ясминой. Но я... Что с тобой, сынок? Почему вы говорили с Бехрузаке? Говорю же, мы сыграем свадьбу с тобой и Ясминой, сынок. Почему с Ясминой, мама? Ты же встречаешься с этой девушкой. Или ты хотел скрыть от нас? Мы уже начали подготовку к свадьбе. У меня есть новость для вас. Да, какая? Какая новость, папа? После свадьбы Умара начнем еще одну свадьбу. О! А чью свадьбу, папа? Свадьбу твоей сестренки Ясмины. О! Это же неожиданная новость! Наконец-то мы избавимся от Ясминахон! Умар! Да. Избавитесь от меня. Избавитесь. Ну что, сестра, что вы из-под тишка затеяли? А кто жених? А кто может быть? Джасур. Джасур? Что, Джасур хочет жениться на Ясмине? Да, конечно. Вчера приходил его отец, предложил стать сватами. Я сказал, если дети любят друг друга, то ладно. Дай бог, чтобы они были счастливы. Я прав? Вы даже не сказали мне, сестра. Это же отлично. Значит, у нас подряд будут две свадьбы. Здорово. Да, дай бог. У нас будет много радостных дней. Конечно, дай бог. Дай бог. Моя дочь будет самой красивой невесткой в мире. Правда, Ясмина? Мы успеем на две свадьбы? Что ты говоришь, дочка? Конечно, успеем. Брат, это тоже попробуйте. Мы никуда не спешим. Ну ладно, Ясмина Хон, поздравляю вас. Будь счастлива, сестренка. Спасибо. У меня еще не было свадьбы. Почему вы заранее поздравляете? Просто я захотел быть первым. Быстрее сыграем свадьбу Умара, потом придет черед моей дочери. Даст Бог, все мои дети будут счастливы. Вот увидите. Дай Бог. Умар, тебе ничего не нужно? Нет, папа.
Ничего не нужно. Не будем тянуть время. Через месяц свадьба. Папа, а что может понадобиться? Только деньги нужны? Деньги? Сколько? Ну, столько, сколько хватит на его свадебные расходы. Не надо делать лишних расходов. Будет зря деньги на ветер бросать. Ого, мама, и так он один раз в жизни женится. Пусть готовится как хочет, пусть свадьба будет такой, как он желает. В этом я не отказываю, я дам вам деньги. Вы во всем нам потакаете, да, папа? Ну а как же, вы очень дороги для меня. Это мечта для меня, видеть вас счастливыми. Всегда будьте дружными между собой. Помогайте друг другу. Папочка, скажите Ясмине это, хорошо? Она такая драчунья. Замолчи. Что ты хочешь сказать? Да правда же. Скоро вы станете невестой. Теперь не ругайтесь с нами, хорошо? И потом в чужом доме вы соскучитесь по нам. Правда же? Да, что вы сказали? О чем вы думаете? Я немного отвлеклась. Умар, уточни время у Осио. Я хочу встретиться с ней, ладно? А зачем, мама? Я должна сходить купить ей приданое, сынок. Ну, не обязательно, она сама купит. Ой, вот ты шутник, да? Эй, ты не выходишь замуж, ты женишься. Сарвар. Давайте говорить красиво, брат. Мои дети настоящие шутники. Неужели это правда? Неужели? Почему Джасур так поступил со мной? Почему? Почему он обнадежил меня? Папа, почему вы, даже не посоветовавшись, так поступили? Что, твой отец неправильно поступил? Ты же встречаешься с Ясминой. Но это не значит, что я хочу жениться на Ясмине, мама. Вот что я говорила, дорогой. Я говорила, что он будет против. Что будет, если ты женишься на этой девушке? Папа, я еще ни на ком не хочу жениться. Эй, здесь еще есть интересы компании. Сейчас мы находимся у пропасти. Ты прекрасно знаешь об этом. Если ты женишься на Ясмине, наше сотрудничество с Бехрузом станет еще крепче. Что вы хотите сказать, папа? Из этого выходит, что мое счастье вы хотите вкладывать в будущее компании? Джасур, пойми меня правильно. Как я могу вас правильно понять? Не спросив меня, что-то делаете? Это ведь моя жизнь. Ясмина хорошая девушка. И семья у нее приличная. И по статусу они очень подходят нам. Если уж свататься, то с такими, как они. Правильно. Твой отец правильно говорит. Но у меня нет чувств к Ясмине, папа. Ты как женщина, не говори про чувства. После свадьбы у тебя появится чувство. Короче, я не согласен. Что? Ты хочешь, чтобы мы остались без гроша? Ты хочешь увидеть нас без копейки в кармане? Папа, пусть будет ситуация хуже, но я вправе выбрать себе жену. Послушай меня, Джасур. Ты не переборщил? Ты немного о нас тоже подумай. А тогда кто подумает обо мне? Все, прекратите. Эта семья подходит нам. Если женишься, то только на Ясмине.
Никогда! Эй, парнишка! Джасур! Что теперь будет? Как что будет? Свадьба будет. Я один раз сказал, и все. Деньги могут быть сняты. Я должна что-то сделать. Кто может отобрать наши деньги? Это точно дело рук Мордона. Любым способом я должна проверить все его расчетные счета. Но как это сделать? Кто мне поможет? Кто? Да, Наргиза. Только она может мне помочь. Это точно. Афруза, ты здесь? Я искала тебя... В твоей комнате. Зачем? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю. Я и сама не понимаю. Как Джасур мог так поступить со мной? Он очень плохо играется. Что? Случилось то, чего я боялась. Ты в его руках была куклой. Почему так? Все мужчины такие, да? Возьми себя в руки. Ты теперь должна забыть о нем. Это не так легко, как ты думаешь. Тогда ты серьезно поговори с ним. Ты должна признать одну правду. Но помни одно. Какую правду? Его родители никогда не согласятся взять тебя в невесты. Потому что ты просто служанка. Они так и думают. Ты понимаешь? Ты простая девушка. Тогда, значит, нужно сказать правду, да? Какую правду? То, что я дочь главы этой семьи, Бихрузаке, я им скажу.